Приветствую вас на канале Двойняшки на отдыхе. Мы приехали в супер отель. Будем отдыхать? Ага. Мы приехали в Кайо Плаза Гольф Резорт. Все расскажем, все наши впечатления, посмотрим и поделимся нашими эмоциями, как здесь отдыхается и что можно здесь посмотреть интересного и как провести свой отпуск. Мы отправляемся на завтрак, пока наш номер не готов. Здесь ресторан находится в главном корпусе на минус первом этаже. Вижу объемы его, масштабы. Сейчас посмотрим, что здесь можно вкусного покушать. Ну а чтобы аппетит уже приходил во время еды, посмотрите, это просто рай для мясоедов. Вау! Здесь находится а-ля-карт ресторан Стейхаус. И посмотрите, какое мясо висит. Мы заказали фреш-джус морковный и апельсиновый. Еще есть яблочный. Девочки работают очень быстро. Я взял свои любимые блинчики и смузи. Тоненькие блинчики, вафельки сразу. Смузи свеженькие. И моя тарелка сырная сегодня практически. Я просто не удержалась. Очень вкусно. Здесь есть детский стол с хорошим ассортиментом пюре. Овощные, фруктовые. Фрукты к завтраку. Мы позавтракали и сейчас отправляемся смотреть территорию. Рядом с рестораном находится детский клуб, он уже открылся. Мы, конечно же, сейчас к нему отправимся. Что хочу сказать по завтраку. Меню достаточно разнообразное. Очень меня удивил детский стол. Я вообще, честно говоря, впервые вижу готовые, свежие, блендером приготовленные овощи. Поливачка брызнула, очень шумно было. Рядом с детским клубом есть свой собственный аквапарк для ребятишек. Сейчас приведу камеру, покажу его. Как здесь ярко все. О, ребят, началась уже йога. Ой, сколько транспорта детского. Детская игровая зона, но здесь больше как поделки какие-то делать. Сейчас ребята на улице будут садиться. 10:30 начинается здесь за столиками поделочки. Ребята с радостью остались в игровой комнате. Сейчас они будут делать гусеницу. Ну а мы отправляемся смотреть территорию. Но первым делом я хочу посмотреть, где здесь есть вкусный кофе. Я уверена, что где-то есть. В основном в ресторане предлагаются различные напитки, в том числе три вида фреш-джуса. Яблочный, апельсиновый, морковный. Морковный очень вкусный. Но кофе из автомата, поэтому я хочу что-то поприятнее найти.
когда утро. И водичка еще тоже спокойная. Есть бар у бассейна. Маленький для ребятишек. Как красиво. Мы прям шли без карты, просто чтобы добежать до тени, потому что с собой не взяли ни кепки, ни очки. Солнце уже прям припекает. Но я хочу сказать, что здесь очень симпатичные виды. И мне кажется, мы идем в нужном направлении. Сейчас мы выпьем кофе. Но если не будет кофе, выпьем какой-нибудь коктейльчик, потому что мы добрались до бара. Хочу сказать, здесь классные такие вот диванчики. Ну и вообще, очень приятная атмосфера. Давайте посмотрим по ассортименту алкогольных напитков. Сок, easy drink. Здесь есть. Холодно, very nice. Black label, ну, в общем, все лейблы. Chivas есть, Jack Daniels есть, коньяки, Берец, Бургермейстер, Малибу. Я думаю, здесь, наверное, больше по коктейлям. Мне принесли капучино. Муж Айриш кофе заказал. Симпатичный вид прилагается. Здесь очень тихо. Пока что. Ничего себе! Класс! Вот еще одна ползет гусеница. Привет, гусеница. Данил, поздравляем! 30 очков! Поздравляем! У меня 30, но у меня 30. Ваза, погнали! Получите себе второе место. Ребята поучаствовали в турнире на призы. Дают грамоты и медали. Мне кажется, дают всем участвующим, потому что Глеб занял, не знаю, какое место, в общем. В общем, не призовое место, но дали тоже грамоту, что это большой плюс. Можно не так расстраиваться. Но вот один нюанс такой касательно детского клуба. Здесь очень мало тени. По факту только в этой зоне. А дети бегают там на машинках. И прям очень жарко. Мы пришли, они у нас такие бордового цвета все. То есть в самую жару, конечно, нужно осторожно оставлять и ребятишек, потому что все-таки сейчас уже сезон. Все, мы идем на ресепшн уточнить, готов ли наш номер. Хочется уже переодеться и отправиться ближе к водным развлечениям, потому что сухопутную часть мы ближайшую к ресепшену осмотрели. А здесь есть очень красивые локации, где можно сделать шикарные фотографии. Особенно, я думаю, на закате солнца будет просто потрясающий вид. И у многих, кстати, здесь именно выходят балкончики, и вечером можно просто любоваться.
Я люблю вообще размещаться в номерах, которые имеют классный вид. Мне кажется, это уже половина шикарного отдыха, потому что наслаждаться красотой — это точно так же получать эмоции, впечатления, как от прыжка с пирса. И, кстати, да, здесь есть пирс, на который мы обязательно сходим. Я уже прям не дождусь своего купальника, потому что хочется охладиться и попрыгать. Мы заказали коктейльчики, ребятам принесли. Что тебе, Данил, принесли? Холодный шоколад. Я решила попробовать мохито. Нам тут же подъехали к нам чипсы. И вот такие вот орешки. Мы охладились бокальчиком мохито в баре, который находится под лобби. Мне уже пришло сообщение на WhatsApp, что наш номер готов. Мы, конечно же, спешим уже в него заселиться и посмотреть. Очень любопытно, какой он будет. Также хочу отметить внимательный персонал девочек с ресепшн, ну и мальчиков тоже. Здесь все говорят по-русски. Сразу дают максимум информации, карту с отелем. Также на WhatsApp приходят сообщения обо всех мероприятиях, которые проходят в отеле. Я даже немножко запыхалась, спускаясь, точнее говоря, поднимаясь по вот этой вот крученной лестнице. Ну а мы уже идем в ресепшн. Мы идем смотреть наш номер. Он находится за основным корпусом и должен быть просто какой-то нереальный. Так что мы поделимся, нас провожают. Показывать и рассказывать. Мы пришли к нашему номеру и готовы его показать. Люблю этот звук в таком предвкушении. Ой, как здесь прохладно! Супер! Сейчас мы вставим карточку, включим свет. Просто вдохнуть и пару секунд. Это что-то невероятное. У меня даже мурашки по коже, если честно. Это не передать словами. И я даже еще не открыла шторы, а уже шквал эмоций. Итак, я набрала воздуха. Получила немножко приятных впечатлений и готова вам показать наш номер, в котором очень прохладно. Здесь свежий ремонт, приятный интерьер и много таких фишечек, которых я хочу вам показать и рассказать, почему именно здесь стоит остановиться. Поехали! Давайте начнем. Здесь у нас вот так симпатично открывается вход в душ и туалет. Здесь есть огромное зеркало. Давайте посмотрим. Косметика. Есть капсульная кофемашина, чай. И приветственные напитки. Расположен так телевизор на таком зеркальном фоне. Наша комната. Здесь будут у нас спать мальчишки, им уже все постелили. А здесь закрываются дверки, можно закрыть, и у них будет своя, собственно, комната и шторы. Чтобы открыть шторы, не нужно их дергать, а можно просто нажать на кнопочку. И вуаля, они начинают открываться. За этими шторами просто невероятный вид. Фух, давайте смотреть. Мы уже в купальном, опробовали водичку. Я уже просто не удержалась, потому что очень жарко. Что хочу сказать, у нас просто супер номер. Здесь очень много своих фишек, о которых, конечно же, я обязательно расскажу. Сейчас мы плаваем в теплом бассейне. Здесь не очень глубоко. И давайте с нами. Это 10 российских рублей.
бассейна. Оплывать можно достать. Наверное, гости из России хотят еще сюда вернуться. Такая примета есть, да? Кинуть монетку, чтобы еще раз вернуться. Те, кто проживает в зоне лагун, здесь имеется доступ к своему собственному ресторану, где проходят завтраки, обеды и ужины. Он практически вообще не закрывается на перерывы, а работает до 11, потом часок перерыва до 12, и потом уже до вечера обед плавно перетекает в ужин. А заказы здесь идут по меню, очень интересно его посмотреть, но нам сказали, что здесь очень вкусно. Сегодня посмотрим внутрь. Здесь тоже есть столики. Как здесь симпатично. Какой приятный интерьер. Детские стульчики. Пожелания ребенка, разный вкус. Здесь достаточно интересное меню, также сканируется по штрих-коду. Мне кажется, уже многие привыкли, но вдруг. Мы заказали кальмары и осьминоги жареные. Ребятам я взяла суп, один чечевичный, один куриный, два, как и хотите, на выбор. Множество салатов и закусок, все, конечно, не перечислить. Меню представлено на трех языках, русские тоже есть, официанты немного по-русски понимают. Ну а сейчас мы ждем наши блюда. Куриный супчик. Такого салата мы еще не пробовали. Это помидоры с малиной. Даже не представляю, какой будет вкус. Пробуем? В общем, я попробую этот необычный салат с малиной. Малина очень ароматная. Еще здесь какая-то специя, которая еще добавляет этому салату яркости. Он имеет такой сладковатый вкус. В общем, обязательно попробуйте, если будете здесь. Нам принесли наше основное горячее блюдо. Это какое-то невероятное. Даже не передать словами. Время десерта. Я заказала себе Сан-Себастьян. Подается он с малиной. Выглядит просто божественно. Время 5:30. Мы идем смотреть море. Да, только в это время мы выбрались, потому что, отдыхая в этой части отеля, идти никуда не хочется. Просто полный релакс. Тишина. Мне кажется, отдых здесь идет как 5 в обычных отелях. В следующем ролике расскажу подробно о питании, сервисе в отеле, покажу номерной фонд. Подписывайтесь на наш канал, у нас всегда весело и интересно.